Новости. ГИБДД оштрафовала мэрию Петрозаводска за плохие дороги, яму на перекрестке Ленина-Дзержинского засыпали щебнем, автовокзал Петрозаводска запустил ежедневные рейсы в Пудож. В студии с новостями Юлия Окунева. Здравствуйте. Сотрудники госавтоинспекции Петрозаводска проводят проверки состояния улично-дорожной сети. По административным материалам были вынесены наказания в виде штрафа на сумму более 4 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе МВД Карелии. В этом году проверки продолжены. За первый квартал составлено 673 акта, на основании которых будут применяться меры административного воздействия к мэрии. Специалисты следят за состоянием участка на проспекте Ленина на месте частичного обрушения дорожного покрытия. До полноценных ремонтных работ яму на проспекте Ленина вблизи перекрестка с улицы Дзержинского засыпали щебнем и выполнили временную стяжку, рассказали в администрации. Комитет ЖКХ и ПКС «Водоканал» планируют укрепить грунт у смотрового колодца сети канализации, расположенного рядом с местом обрушения дороги, после чего на этом месте положат новый асфальт. С 16 апреля 2018 года рейс номер 802 Петрозаводск-Вытегра через Гирвас, Медвежегорск-Пудож отправлением с автовокзала Петрозаводска в 11.00 будет выполняться ежедневно. Об этом сообщает сайт государственного унитарного предприятия «Карелавтотранс». Эти и другие новости читайте на сайте ПТЗ «Говорит». В студии была Юлия Окунева. Услышимся в 19.00. Спонсор выпуска. Компания «АдуАвто». «АдуАвто» принимает аккумуляторы на вес. Это очень экономный, очень выгодный процесс. Притащил 190 и поставил на весы. 2400 мне дали, чуть не лопнули трусы. «АдуАвто» экономит каждый грамм вашего аккумулятора. Чем больше весит ваш аккумулятор, тем больше ваша скидка на любую покупку и ремонт в любое время. А замена аккумулятора абсолютно бесплатна. Замена бесплатна. И все это у «Танка». 77 37 55.